Сегодня гость нашей студии Эльхан Камрянович Ибрагимов. Если говорить про канцерогенез, если говорить про науку как онкология, ну, я считаю, что это самое сложное. А вы же стоите лицом к лицу к смерти. Абсолютно. Я хочу отметить, что вместе с пациентом. Да? Стык конца 90-х, начала нулевых. Надо понимать, что это непростое время, в принципе, для нашей страны. Ты хочешь заниматься, там, условно, профильным тем, чем ты занимался все время в школе, безусловно, то есть выбор за тобой. Когда там первый раз ты посещаешь Шарите в Берлине, безусловно, для тебя это что-то. Кампус, огромный кампус в центре города со своей базой. Это очень интересно. Мембрана клетки, она же все-таки нормальная, она понимает, что у нее ген дефектный. Она посылает сигналы. Сопротивляется. Она говорит, она сама себя убивает. Рак, он очень коварный. Что же это за загадка онкологии?